Приветствую любителей предметно-материальной истории. Покажу вам сегодня вход на антикварный рынок со стороны Чистяковской рощи. А для того, чтобы прогулка по антикварному рынку была интересней, я прихватил с собой двух помощниц. Знакомьтесь, это Бри, ей уже 10 лет, и все эти 10 лет она живет в холле отеля Бристоль. И Хорси, молодая ее помощница, возрастом 11 месяцев. Здрасте. Будем? Да. Начинающие. Пошли. Сюда идем, налево. Сюда идем, пошли вперед. Пошли вперед. Сегодня народу довольно много. Посмотрим, чего есть интересного. Здрасте. Привет. Гоп-компания. Ну, а потом необходимость. Здрасте. А проконсультируют. Здрасте, я с помощниками. Здравствуйте. А я смотрю, говорю, с видеокамерой позвоню. Это говорю, с помощниками. Посмотрите, вот, может что-то понравится, мало ли. Вот есть хорошее. Ну вот это сколько стоит? Ну две. Забрал. Вот интересно, но затертое это. Нет, идти не надо. Ну я понял. Перчатка, вилочку забрал. Все хорошо. Заверните. Хорошо. А это что, 875 или Европа? Ну вот, приобрел вилочку замечательную. Здрасте. Здрасте. Хорошо пришел. Конечно. Пусть им вопросы задают, все снимают. Здрасте. Привет. Здрасте. Что они смотрят?
скорости. Сколько попугайчик стоит? Пока он мне по 4 тысячи. Угу. Или 3 или 4 тысячи. Пока не почитает, не отпускай его никуда. По-моему, 7 тысяч или 8 за 2. Сколько стоит? Эти птички 9 за 2, по 4 500. Угу. Приветствую. Приветствую. Вот это самые центровые блогеры, да? Да. Как звать? А где вторая? Хварсе. Вот они все. Ничего не трогай. Я не вам. Ворона? Три? А она чья, немецкая? Или нет? Дулёва. Дулёва? Да. Не видела. Пошли дальше. Добрый день. Где вторая? Появление на рынке двух животных с камерами вызвало некий фурор у торговцев. Несмотря на то, что рынок был довольно скуден, удалось приобрести замечательную вилочку. Но в то же время снимать с трех камер с ассистентами, еще и рассматривать предметы, было довольно сложно. Но в этот раз удалось совместить приятное с полезным. До новых встреч! Пошли.